В главных ролях Элисон Эрмитейдж. Майкл Уорс. Криста Саулс. Или Ди Денье. Отряд Акапулько. Это лучшая правительственная вилла. Я потребовал лучшую для вашего визита. Добро пожаловать в Пуэрто-Валларта, сеньор Дель Фуэго, сеньора Дель Фуэго. Для нас большая честь, что вы посетили наш город. Сюда. Бегите, бегите. Взял? Операция «Опасная приманка». Сеньор Дель Фуэго, с вами все в порядке? Да-да, но я беспокоюсь о своей жене. Я в порядке, Эдмундо. Пойдем в нашу комнату. Сюда. Я требую постоянной охраны для сеньора Дель Фуэго и его супруги. И найдите мне этих людей, они забрали у меня бумажник. Сеньор, успокойтесь, опасность миновала. Оператор Людек Богнер. Как у нас могли кончиться деньги? За последнее дело мы получили много денег. Вычти расходы, раздели на четверых. И что получается? Около недели хорошей жизни. Либо это, либо оплата счета дантиста. Мне нужна бомба. Тогда почему ты не сходишь к дантисту? Я сказала, что пойду, и пойду. Прекрати давить на меня. Сходи к доктору Эсабару, он хороший. Нет, нет, нет. Он за удаление, а я за пломбы. И вообще, может, боль пройдет. Напомните мне купить одеколон. Ваши запахи не для моего носа. Вот оно. Отлично. Как только мы сделаем копии с пропусков, мы сможем пройти через любую охрану. Интересно, почему Джоанна опаздывает? Обычно она за столом первая и уходит последняя. Господи, как я ей завидую. Она проглатывает все, что видит, и не поправляется. Ты заметил ее левую ногу? Я заметил обе. Мне кажется, левая пустая внутри. Я в любом случае из-за зуба не могу есть. Положи на него текилу. Думаешь, поможет? Да, потребуется примерно литр. И заболит голова. Пойду проверю, что с Джоанной. Вы заказываете. Я ее приволоку. Привет, снова ты? Вызовите людей в белых халатах. Она разговаривает с экраном.
Хотелось бы с ним договориться. Нам надо понять, что означает эта билиберда. Что ты думаешь? Правильно, билиберда. Автор сценария Деннис Ричардс. А что? Около 3 часов назад я была на связи с парнем из Лондона, а потом внезапно появилось это. Режиссер Фрэнк Чарльз. Никто из нас не может понять, откуда это и кто отправитель, но появляется все это с интервалами в 10 минут. Но так не бывает. Может, у тебя в компьютере вирус? А? Нет. Когда отправитель загружал файл, он, наверное, спутал адрес электронной почты. Это просто одна неправильная буква, и все. Санта-Клаус получает пасхальный список. Ну что ж, давай попробуем, может, расшифруешь? Я? Что я в этом деле понимаю? Ну надо же. Anybody hungry? Кто-нибудь есть хочет? Oh, hi guys. Привет. Еда! Я проголодалась. Мы тоже, пока ждали тебя к обеду. Прости меня, я совсем забыла. Спросите Томми, я тут занималась... Как ты можешь есть с зубной болью? Мне лучше, когда я жую. Знаю, это звучит безумно, но... Черт! Что? Думал, получилось, но это ложная тревога. Что? Это кот. Почему ты думаешь, что кот? Ты можешь это прочитать? Нет. Тогда это кот. Ему мерещится кот во всем, что появляется на экране. Ему это нравится. А нам нет. У нас нет времени играть на компьютере. Нам лучше работать и зарабатывать деньги. Хорошая идея. Пока. Когда я один, мне лучше думается. Муравьи, они здесь кругом. Ты больше их, убей их. Господи. Прибереги свой юмор для того, кто его оценит. Трудись. К тому времени, как ты закончишь, Мэйс, и я сделаем еще парочку коктейлей с шампанским. Дантист. Ладно, ты умный, а я упрямая. Это нас уравнивает. И даже если ты просто какой-нибудь рецепт Хозе, я это выясню. Объявляю тебе войну. Я видела и похуже. Вы хотите видеть доктора или нет? Его? Да, он настоящий доктор. Садитесь в кресло, мы вас осмотрим. Садитесь. Я... Это только один зуб. Вы вдвоем займетесь одним зубом? Я буду переводить. Он поймет, если мне будет больно, я обещаю. Как вы будете платить? Сколько стоит обернуть шею салфеткой? Очень смешно. Я имею в виду за удаление. Кто говорил, что зуб нужно удалять? Мне нужна только пломба. Мы редко это делаем. Пусть он сначала посмотрит. 50 песо за осмотр. Видите, он все прекрасно понял. Вы боитесь? Вы чертовски правы. Что не так в картинке? Вот ты и угадай. Я был бы плохим барменом, если бы не угадал. Ты интересный парень. С тобой две потрясающие женщины и практикантка, от которых можно свалиться замертво. А ты сидишь здесь и пьешь в одиночестве. Вот я. Ты знаком хотя бы с одной? Готов познакомиться с тремя? И я бы не скучал. Но ты даешь.
Нет, я не мешаю бизнес с удовольствием. Каждому свое. Хочешь еще? Конечно, почему бы нет? А вы что здесь делаете? Звонила Джана. Она нашла способ расшифровать код. Я сначала выпью, ладно? Нет. Пошли. Хотела бы сказать, что это моя заслуга, но на самом деле я просто нажала не на ту клавишу. И вдруг бип, и все стало ясно. И я подумала, какого черта? Тогда я снова нажала на эту кнопку, буквы перевернулись, и... Пожалуйста. Парень хочет похитить жену сеньора Дель Фуэго и обменять на сидящих в тюрьме террористов. Думаю, мы заработали больше, чем рассчитывали. Надо обменять шестерых. Используйте Селию Дель Фуэго. Прежде чем я отвечу на это сообщение, скажите, кто вы такие и кто эти шестеро. Они члены террористической организации движения 12 июля. Два года назад они похитили перуанского дипломата. В прошлом году они взорвали бразильский авиалайнер, и эти шестеро были приговорены к смерти. План такой, их обменяют на вашу жену. Я с этим никогда не соглашусь. Но вы не сказали, кто вы такие, и почему я должен вам верить. Отряд по борьбе с терроризмом в прошлом, теперь мы работаем на себя. Можете нанять нас для охраны своей жены? Нет, нет, это слишком рискованно. Мы отправим ее домой. Мы обеспечим ей необходимую защиту. Но если вы хотите найти этих террористов, она должна остаться. Вы предлагаете, чтобы сеньор Салазар подчинился этой группе? Я предлагаю приготовить для них ловушку. Прямо здесь и сейчас, пока они не знают, что мы за ними охотимся. Это даст нам преимущество. Слушайте, мы можем обеспечить безопасность до тех пор, пока террористы не будут схвачены. Кэт займет ее место, пока мы не предложим план. И сколько стоит этот план? Вы узнаете, сколько мы стоим. Моя жена для меня все. Это понятно? Я хотел бы знать, как вы намерены это сделать. Ну как? Замечательно. Я будто смотрюсь в зеркало. Если бы у нее не болел зуб, это было бы идеально. Спасибо, что напомнила. Хотя, кажется, мне становится лучше. Ладно, для завершения эффекта давайте подберем одежду. She's a child, she's a warrior.
Да. Как дела? Я буду готова. Никогда в этом не сомневался. А как у вас? Мы готовы, как всегда. Мы позвонили сказать, как мы по тебе скучаем. Только не я. Без тебя у нас остается еда. Ну да. А у меня здесь шеф-повар. Кошка выскочила из мешка. Убейте ее. Всемирный банк согласился профинансировать гидропроект в 200 миллионов долларов. Это замечательно, это означает несколько тысяч новых рабочих мест. Надеюсь, хорошие новости. Мы готовы, сэр, а вы? Отлично. Полковник Тапьер, мы можем провести прием, как намечалось. Спасибо. Пожалуйста, передайте это Селли и скажите, что моя жизнь очень-очень может. Может, вы скажете ей это сами, сэр? Извините. Это единственный способ гарантировать безопасность сеньоры. Только при этом условии мы взялись за это дело. Я понимаю. Лишь бы Селли не грозила опасность. Не грозит, сэр? Поверьте мне, завтра утром, когда вы с Кэт приедете в гостиницу, я поеду в дом к сеньоре Дель Фуэго и останусь с ней до конца банкета. Спасибо. Я плачу тебе не за отговорки. Я плачу за то, чтобы ты выяснил, где скрывается сеньора Дель Фуэго. Ты поставил под угрозу всю операцию. Теперь придется ждать, когда она вернется из Рио. Да? Как? Когда? Очень хорошо. Но предупреждаю тебя, если ничего не получится, Мейс вырежет у тебя сердце. За дело. Это ты, да? Нет, это Эвита. Я просто не узнал тебя без мешочка со льдом. Очень смешно. Как рада снова вас увидеть. Добро пожаловать в Бель-Эйр, сеньора. Прошу вас. Не понимаю. Если террористы хотели схватить Кэт, то Селию, почему они пытались ее сбить? Может, у них изменились планы? Или это закодированное сообщение было трюком, чтобы все подумали, что в их план входил захват? Извините. Вот, это отстирается. Я сама. Вон тем людям нужно еще шампанское. Хорошо, сейчас отнесу. Извините. Расслабься. Ты слишком нервничаешь. Дыши глубже, и все будет в порядке. Вот так. Леди и джентльмены, минутку внимания, пожалуйста. Сегодня у нас особое событие. Нашими гостями являются несколько самых выдающихся государственных деятелей и экономистов Латинской Америки. Пожалуйста, поприветствуем их. А теперь я попрошу сеньора Дель Фуэго рассказать о целях вновь созданной коалиции. Итак,
Для меня большая честь быть здесь сегодня. Как вы знаете, мы являемся коалицией различных, но все еще развивающихся стран. У нас есть энергия, гордость и желание трудиться. С тех пор, как он 7 лет назад был назначен министром торговли, я впервые не стою рядом с ним. Это настоящий рекорд. Он настоящий мужчина. Знаете, вы команда в прямом смысле этого слова. Редко бывает, когда два человека нас благословили. А вы, Томми? У вас есть кто-нибудь, с кем вы разделяете любовь? Временами. Заметила что-нибудь подозрительное? Неужели они попытаются схватить Кэт в присутствии всех этих людей? Они попытаются схватить Селию Дель Фуэго. Кэт — это Селия. Точно. Все прошло без сучка и задоринки. Кроме этого, она висит на мне как мешок и царапает кожу. Возьми одну, амиго. Они там наверху и не заметят. Выпьешь со своей девушкой. Может, тебе повезет? Распишитесь здесь. Послушаем, как вылетит пробка. Могу я тебя угостить? Во сне. Под трибуной. Извините меня. Всего хорошего. Maskierte Männer, sie haben mich gepackt, als ich aus der Toilette kam. Was wollten Sie? Sie wollten mich umbringen, wenn ich nicht sage, wo Senora del Fuego ist. Was haben Sie ihnen geantwortet? Dass ich nicht weiß, wo sie ist. Und was dann? Sie wollten mir nicht glauben. Als der eine gerade auf mich schießen wollte, da kam...
ein dritter Mann und hat behauptet, er weiß, wo die Signora versteckt ist. Impossible. Hat er das wirklich gesagt? Dann haben sie mich niedergeschlagen. Ihre Kollegin hat mich hier gefunden. Paco, hören Sie auf zu sprechen. Holen Sie einen Arzt. Ja. Tommy, ist hier Nicole. Was gibt's? Stimmt das nicht? Hier ist eben eine Bombe explodiert. Sie haben dich beobachtet. Die Blackheads wissen, wo ihr seid. Wie viele sind es? Ach, sepa. Drei oder vier. Четверо. Мы с Джоанной едем. Ладно, что с сеньором Дель Фуэго? Он в порядке. С ним останется Кэт. До встречи. Поехали. Я поеду с вами. Исключено. А вы поезжайте. Послушайте, ничего с вашей женой не случится. Вы умеете обращаться с оружием? Да. Хорошо, возьмите. Идите наверх, запритесь в спальне и дверь никому не открывайте. А где будете вы? Постараюсь, чтобы никто вас не беспокоил. Идите. Идите. Оставайся здесь. Да ладно тебе, Николь. Джоанна, я сказала, оставайся здесь. Ты показала отличное время. Они появились? Пока нет. Это странно, Салазар сказал. Добрый вечер. Будьте любезны, бросьте оружие. Быстрее. Быстрее. Как вы нас нашли? Ваши очаровательные леди привели нас прямо сюда. Неправда. Мы следили, чтобы за нами никто не ехал. Да, но вы не проверили под машиной. А зря ты не согласилась выпить со мной. Полагаю, теперь слишком поздно. Давай, это того стоит. Хорошо, что позвонили. Похоже, я приехал как раз вовремя. Ты? Разве вы не любите сюрпризов? Грязная свинья, мерзкий террорист. Все сработало. Так где сеньора Дель Фуэго? Ну что вы, неужели вы настолько глупы, чтобы прятать ее здесь? Теперь вы нам верите? Полагаю, вы достаточно глупые, чтобы прятать ее здесь. Значит, червяк выполз. Удивлены? Человек, продающий душу, всегда меня удивляет. Но когда я выглянула в окно и услышала твой голос, это соответствовало мнению, которое я всегда о тебе имела. Ты хлам, который пытался добиться успеха, цепляясь за полы одежды моего мужа. Мне кажется, ты не нравишься леди Пако. Свяжите их и отвезите на причал. Пожалуйста, не убивай меня. Приведи мне веский довод. Николь, не надо.
Это два довода. Послушай, у нас для этого нет времени. У нас время для всего, что я захочу. Раздевайся и жди здесь. Ну, давайте, черт побери, возьмите трубку. Признайтесь, что-то случилось. Слушайте, это вам не игрушки с космическим шаттлом. Тут всякое бывает. Довольно некомпетентности. Я требую, отвезите меня к моей жене. Что такое, дорогая? Передумала? Извини, я не могу. Какое разочарование. Мы в опасности. Найди нас, Николь. Как тебе не стыдно? Неужели ты думала, я куплюсь на жалкую попытку соблазнить меня? Вставай, мы уезжаем. Ее нет. Здесь никого нет. Кто-то пытался оставить для нас сообщение. Какое это имеет значение? Вы говорили, что я могу вам доверять, что моя жена в безопасности. Извините, сеньор Дель Фуэго. Подождите, кому вы звоните, сэр? Полковнику Тапьеру, этим займется он. Частота отслеживания 0261. Молодец, Николь. Вы уверены, что моя жена здесь? Устройство говорит «да». Прежде чем вы начнете стрелять, разрешите мне все осмотреть. Исключено. Вы подписываете смертный приговор Селии. Хотите рискнуть? Подайте мне сигнал, когда увидите сеньору. Хорошо. Отцепите здание. Не открывайте огонь, пока я не скажу. Не пытайтесь меня остановить. Скажите сеньору Дель Фуэго, если он не ответит, когда я позвоню в следующий раз, я отрежу один из пальцев его жены и пришлю ему. Я их вижу. Я вижу Селию, Томми, Николь и Джоан, но они связаны. Молитесь, чтобы ваш драгоценный супруг получил сообщение. Когда он позвонит, скажите, что вы нашли сеньора Дель Фуэго и переведите звонок на меня. Один из террористов пытался дозвониться до вас на виллу. Надеюсь, прежде чем он снова позвонит, мы их уже захватим. Что это за запах? Спрей от жучков. Нет, разве вы не чувствуете, что-то горит? Чувствуете? Пошли. Шевелитесь быстрее!
Слава богу, ты нашла мою записку. Какую записку? Очень мило. Ты одна? На улице полицейские. Они убегают. Полковник, присылайте кавалерию. Давайте, ребята, можете стрелять. Нам нужно оружие. Почему не по лестнице? Скучно. А мне надоело скучать. Ты хочешь сказать, мы тебе наскучили? Нет, вы вызываете другой тип возбуждения. Вы как родственники. Он говорит о романтических отношениях, просто не знает, как выразиться. Все, хватит. Я не могу с вами серьезно разговаривать. Вы всегда смеетесь надо мной. Где Кэт? У дантиста, доктора Эскобара. Так он дергач? Ради Кэт он стал пломбировщиком и дает кредит. Это было доставлено в бутик для Томми. Можно узнать, от кого? Для меня это тоже сюрприз. Я ничего не знаю. Открой его, Томми! Да-да-да. Поставь ее. Сожалею, что мне пришлось уехать из Пуэрто-Валларта, прежде чем я успела поговорить со всеми вами. Нашей благодарности с Эдмундо просто недостаточно за то, что вы сделали. Когда откроете конверт, найдете чек. Это всего лишь небольшой знак нашей благодарности. И, надеюсь, этого будет достаточно. Определенно. Эй, Томми! Я надеюсь, вы найдете ту одну особую женщину. Особую женщину? Какую особую женщину? Да, Томми, о чем говорит Силия? Ни о чем, ни о чем. Эй, он его выдернул. Разве я выгляжу как женщина без зуба? Ты выглядишь как женщина, у которой все на месте. Спасибо, Томми. Это еще кое-что. Что кое-что? Я избавилась от боли с помощью еды и набрала 4 фунта. Мне уже не больно, но я пристрастилась к еде. И что теперь? Теперь, когда я могу жевать, я должна прекратить есть. Смешно, да?